Хотел Бог с холма мох смахнуть, да не смог. А ласковая ласкаваль свои крылья расправил и смахнул. Добрый вечер. Я никого не вижу. Вижу только свет. Я слышу. Гуще сияющих звезд появилась земля. Сотнями тысяч дорог разделена она. Белым раскрашены полюса. Бесконечные снежные горы, бесконечной пустыни песок, бирюзовое пало моря, желтый восход, драгоценность, наше время, ни секунды не удержать. Все, что мы можем оставить, это все, что мы можем забрать. Бесконечные снежные горы, бесконечные пустыни песок, бирюзовое пало моря, желтый восход. Стоишь на самой вершине,
несколько вздохов лети. Этой красоты у нас никто не отнимет, никто нас не собьет с пути. Мне сейчас захотелось сразу представить музыкантов. Помимо нашего оркестра «Сириуса», который представлен Игорем Русских и Ульяной Волковой, еще с нами сегодня играют прекрасные музыканты. На ударных Даниил Ленцы, контрабас Сергей Майборов, первая скрипка Татьяна Лукина, вторая скрипка Мария Панова, альт Данил Ращупкин, труба Виталик Котов и вторая виолончель Ксения Долгорукова. А мы продолжаем. «Фиолетовая симфония». Звонким желтым морем и балтийскими краями мох на камнях плотным слоем раскрывая свои лапы, сгнили сваи мозговые, вспухло брюхо континента. Нам бы всем остепениться, навести порядок в сердце. Thank you.
Спасибо. Сейчас будет песня про одно очень красивое место, и это говорю на каждом концерте. Одно из самых красивых мест, где я когда-либо была, это Карелия с изумрудными елями, с прозрачными озерами вдоль железной дороги. За горой прозрачными каплями озеро стелется. Там, за холмом, неровными линиями лес тянется. И я смотрю, как зеркало, всегда хочу туда, где снег алмазной пылью сверкает. Спасибо. Сейчас мы впервые сыграем песню «Ветра», которая вышла 2 недели назад, и мы ее впервые будем играть, и нам самим интересно, как это получится. Я могу рассказать короткую историю, пока все переворачивают партитуры.
Про то, как эта песня была написана. Дело в том, что в октябре мы ездили в тур по России, и на переезде из Казани в Ульяновск мы заезжали в древний город Болгар 14 века. И там мы много гуляли, там было очень ветрено, и мы с Ульяной стояли около какого-то захоронения, и эта песня, она просто практически залезла нам в уши. Вот. И мы ее приехали, сохранили, и вот только сейчас записали. Надеемся, что она вам понравится. Мне кажется, это какие-то местные ветра с нами общались там. Очень часто thank you.
сердце останется. Частичка тебя, моя красавица. Спасибо. Стираются числа, мысли, лица. Я на полпути, где все случится, что случится.
идти по бескрайнему полю, засеянному моей рукою. Ты, кто ты, закрыв глаза, за что воевал в предчувствии тишины. Спасибо. Мы летели далеко. Касали пальцами ног высоких ваших. Куда мы летели, не помнит никто. Но я точно помню, там было не страшно. И садилось солнце, краснели реки, закрыт.
Да, спасибо. Сейчас будет последняя песня в первом отделении. Она называется «Океан», и она посвящена моей любимой дочке Марте.
darkness, even if you are in black. I will find you in a darkness, cuddle your thin neck. I will stroke your velvet smooth skin. I will recognize your smell. I will sense your careful breathing. I will kiss your every cell. I will find you in a crowd. Recognize your perfect shape. I will shout your name out loud, even if my chest does break. I will find you in a prison. I remember you so well. I will look into your blue eyes. There is more than you can tell. Спасибо. Сейчас будет моя любимая песня. Она уже очень старая, но по-прежнему актуальна. Street, no place to keep the
Спасибо. Спасибо. Песня на французском.
je regarde dans tes yeux, je vois les grands oiseaux et la terre et tout le monde disparaît. Ça suffit pour moi. When your leaves stop moving,
Спасибо. Это была наша последняя песня, но, конечно же, вы попросите сыграть еще одну. Вот. Но прежде чем мы ее сыграем, мне бы очень хотелось обратить ваше внимание на то, какую невероятную работу проделали Игорь и Ульяна, потому что они написали всю аранжировку к оркестру. Давайте им похлопаем. Ну, а теперь последняя песня уже точно. «Утро».
Спой мне. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы пришли. Было очень здорово для вас играть. Еще раз Игорь Русских, Ульяна Волкова, Ксения Долгорукова, Виталик Котов, Мария Панова, Таня Лукина, Сергей Майборов и Даниил Ленце. И Даниил Рощупин! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, хорошего вам вечера.